Черт, ни хрена не видно. Да ладно, все как на ладони. Не понял, откуда? Всегда на всякий случай в машине держу. Ну-ка. По-моему, кто-то на шухере стоит. Ага. Давненько не снимал я часовых. Значит так, ты слева и сразу в дверь. Ага. Но только после меня. Понял. Пистолет потерял? Что ты им еще настучал? Тебя поэтому отпустили? Можешь сказать. Ничего больше. Себе ты уже ничем не поможешь. Но у тебя есть мать. У тебя есть Юлька. Подумай хотя бы о них. А ты подумай об этой дряни. Наш папаша вернулся. За детьми нужен глаз. Не успеешь оглянуться. А сын уже кентавр. Положи на место. У тебя на глазах ему башку спилим. У тебя на глазах пущу по ветру. Будешь языком с кирпичей слизывать. Мы сейчас с ним спокойно уйдем отсюда. Дрянь твою оставлю возле входа. Надеюсь на вашу порядочность. А мой-то отец круче тебя. Получи! Ну, пацаны, с вами только трубой махаться. А ну назад! Назад! Назад, я сказал! А ну стоять! Стоять! Ну-ка, встай на животные! Ларион, иди сюда! Стоять! 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 Егор! Егор! Егор, уходим! Егор! Егор! Стоять! Всем назад! Тихо! Тихо! Уходим быстро! Давай, давай, в машину! Давай, в машину. Ты как? Нормалек. Нога только. Если до утра их не достанем, нам всем крышка. Я по дороге ребят разослал. Пусть рейндж-ровер пасут. Им больше не на чем. Стоп. Где? 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 Что? Где Кокс? Суки! Убью! Где Кокс? Нёсся! Да! Да! Да никто! Да! Суки! Не видел я! Они, наверное, не взяли! Да, взял!
Волковники эти! Все в силе! Пошли людей в ДК! Пусть устроят кипиш покруче, чтоб ментов напрячь! Возьми тарана, краза! Таран в ауте! Лёх, забери! Арсенал достань! Я к вам потом присоединюсь! Понял. Ты куда? Кое-куда. По пути заскочу. Мам, что ты как в театр собираешься, а? Когти рвать надо, она под цвет пиджака помаду подбирает. Ой, понимал бы чего. Мне надеть нечего. Мам, люди ждут, машина ждет. Ларион, я могу взять машину у приятеля. Да моя-то чем плоха? Они как раз рейндж-ровер искать и будут. А я вообще не понимаю, куда и зачем надо ехать. Ну, ко мне, наверное. К тебе? Ну? Нет, к тебе не поеду. Зачем к тебе? Ко я мне не можно, хочу. У меня никого нет. Они же адрес твой знают, ну. Вот как раз туда мы и поедем. Ну, я готова спасаться. Пойдемте к машине, там же Юля дожидается. Егор, закрой дверь. Хорошо. Так, это что? Пригодится. Я тебе дам пригодится. А ну пошел! Пригодится ему. Не пригодится. Совсем дропанулся. Домой ко мне среди ночи. Что там мне еще? А знаешь, почему ты лоханулся? Потому что ты щенок неполовозрелый. Потерять пол лимона. Так вышло. Они увели. Или не они? Что делать? Надо рассчитаться с хозяином. Как? Это твоя проблема. Твоя тоже, мы вместе работаем. Тебя заменят как в хоккее. А вместо одного отморозка в игру вступает другой урод. А я как работал с серьезными людьми, так и буду работать, понял? А со мной что будет? А с тебя спросят как положено, не сомневайся. Ты думаешь, твое стадо тебя защитит? Да я знаю. Знаешь... Лыжи навостришь. У тебя мать, отец, сестра. Я знаю, знаю. Тихо. Что такое? Это из отдела, Верочка, спи. Что случилось? Да так, ерунда, там, на дискотеке. Угадал. Сейчас начнется. Ах ты, паскуда, ты что задумал? Мы твои посты отвлекаем. Тебе же легче будет. У меня везде ребята на дорогах, везде, ты только помоги перехватить. А я что делаю? Слушай, мало ли что, ты скажи на всякий случай, кто хозяин? Кто он? Я договорюсь, я варианты предложу. Он выслушает, а если вдруг кто-то... Я сказал, не рыпайся. Есть кентавры, а есть боги. И к ним с вашими грязными копытами не пускают, понял? Ты лучше давай, товарищи, пока не поздно. Верочка, я скоро буду. Ну чего ты стоишь? Давай, давай, давай. Крас, это Киря. Они свернули на Дедовск. Ага. Понял. Башку в кустах видел? Нет. Я же весь его план перехват знаю. Да. Ваше братство просто как гестапо действует. Хуже. Ха. А капитан вроде ничего мужик, да? Да, клевый. Ты думаешь, меня из-за Юльки на меня попер? Да нет, я так не думаю. Да ему башку от власти снесло. Я его с парень раз отоварил. Угу. Потом второй. И на этом наша дружба кончилась. А у нас ведь кто бугру наваляет, тот сам бугор. Ага. Как у зверей, да? Да я не хотел его свергать. Мне это братство самому поперек горло. А как же ты сам-то? В братья попал, а? А тут без стаи нельзя. Меня в детстве, знаешь, как били? А я мечтал, был бы у меня папка. Пришел бы и раскидал всех гадов. Ну вот я и пришел. А ты молодец, молодец.
За друга ответил. Меня мать так с детства учила. Остановись здесь. Переждем. Раз привез. Привез. Разбирайте. Они у Дедовска назад повернули. Ничего. Пускай помотаются, суки. Их там такой сюрприз ждет. Быстрее! Быстрее! А вы что разошлись? Не, ну я понимаю, с матерью ужиться это нервы стальные надо. Да ты понимаешь? Я после училища сразу в Афганистан попал. И в первой же командировке ранили тяжело. Отлежался потом обратно туда. Вернулся живой. Правда, чуть под суд не попал. Ты? Да, за невыполнение приказа. Боец у меня к духам в плен попал. Но я кинулся спасать, а нужно было вернуться. А бойца-то спас? Спас. Он сейчас ювелир известный. Здорово. А я думал, только рядового Райана спасали. У меня много таких Райанов было. А мать чего? Мать договорилась через одного своего родственника, чтобы меня в Афган больше не посылали. Я узнал, скандал устроил. Ну, в общем, погорячился. Бил? Да ты что? Ну, так. Голос повысил. А она вещи собрала и все. И никаких извинений. Маман во весь рост узнаю. А ты любил ее? Ты знаешь, мы, наверное, слишком разные люди. Да. Все чисто? Но мы сейчас тоже едем. Ну что, капитан привез их к себе. Ну все, давай тогда ему выбираться. Попробуй. Она. Точно за нами. Придется остановиться. Зачем? Затем. Это наш замначальник УВД. Майор Дранников, доброй ночи, граждане. Доброй Удостоверение ночи. Личности, документы на машину. Пожалуйста. О, знакомое лицо. Отец и сын, что ли? А оружие, наркотики есть? Нет. Пожалуйста, выйдите из машины. Ну, а что мы сделали? Спокойно, спокойно. Мы законопослушные граждане. Вот и похвально. Лицом к машине, руки на капот. Thank you.
счастливого пути. Извините за беспокойство. Вот видишь, надо быть вежливыми. С милицией, и все будет в порядке. Спасибо. Аккуратней на дороге. Ну вот. А ты говорил. Папана, мне кажется, нас упаковали. Так, на заднее сиденье. Быстро на пол. Как ты их сделал? Я никого не убил. Зря. Они это не оценят. Давай, звони. Вызывай скорую. Как тогда? Быстро. Алло, скорая? Нужна машина на шоссе. Зачем? У них кокса не было. Позвони в скорую, придурок. Не могу больше. Сейчас. Только сначала ты мне ответишь на один вопрос. Кто хозяин?
Иларион. Нет, все нормально. С добрым. Ну, знаешь, по-настоящему с добрым утром. Спал без задних ног. Нет, я все понимаю, я не в обиде. Ну, понятно, сын. Так, я сейчас в Бутырку. Кстати, по делу твоего друга Катосова. К 6 вернусь. Что? Догадка? Кто? Ничего, я потерплю, потерплю. Ну ладно, до вечера. Хорошо, жду в 6. Спасибо. Почему ты мне не веришь? Да у нас правда с ним ничего не было. Не знаю. Да мы только один раз поцеловались. Что? Тварь. Ну а как бы я узнала, где вы тусуете, что он задумал? Я за тебя боялась, за нас. Не надо из-за меня что-то делать. Не надо за меня что-то решать. А что надо? Надо просто не целоваться с другими. Прости меня. Ты теперь бросишь меня? И как тебе мой папан? Если вырастешь такой же, будет классно. То есть я для тебя еще не вырос? Ну ты что, девушку мучишь, а? Надо ж повоспитывать. А. Да ты, брат, суров. С тобой не забалуешь, да? Я вот что хотел сказать. Ты был прав. Самое крутое, что ты их не замочил. Это супер. Долго думал? Всю ночь. А у тебя что за дело? Может, вместе поедем? Ты лучше мать береги, а дело-то так. Чепуха. Ерунда всякая. Будь здоров. Сегодня ночью на Рублевском шоссе произошла перестрелка. Задержаны 3 члена молодежной банды, все 3 ранены. В перестрелке погиб заместитель начальника ОВД Нахабина майор Леонид Дранников. О главных событиях за рубежом после рекламы. Это я, а это моя мама. Боже,
это моя школа. Черт, я то, иду то, в первый класс. То другое. Я люблю мечтать. Может быть, я стану капитаном и возьму в путешествие родителей. Еще я хочу полететь в космос или просто стать взрослым. Я буду учить детей. Я хочу быть врачом. Значит так, спрячься куда-нибудь. Закройся и вызови милицию. Забродов, может, я сошел с ума? Я вспомнил эту мелодию. Подожди. Ах ты, черт! Точно, полный идиот. Вообще. То ли еще будет, увидишь. Картина Репина. Не ждали? Ты как вошел? Да ключ у меня от калитки. Там открыто? Открыто. Лена, иди. Иди, Лена, все нормально. Иди, Лена, я сказал. Иди, не волнуйся. Скоро увидимся. Иди, иди. Ну что, все-таки ты артист? Ну, я. Сволочь он, Галимая, сволочь. Он же не понимает, кто по его душу пришел. Сколько грехов, столько и вариантов. Где он? В психушке, со страху. Да ты не бойся, живой, живой, что с ним будет-то? Ну, давай рассказывай, как ты меня расколол-то? О, намаз? Угу. Облажался ты с молитвой-то. Времени-то выбрал. У меня татарин был в роте. Он сейчас мула в московской мечети. Ну, возможно, возможно. Ну, давай, давай, рассказывай.
Да что рассказывать-то? Все началось в 83-м году. Очень банальная история. Поступил я на театральную режиссуру. Да. Я же из маленького городишки. Книжка в доме одна была. И то без обложки, в туалете лежала. Вот так вот. Студенческая жизнь как-то закрутила, девчонки, выпивка. Ну, сам знаешь, что я тебе рассказываю. Тут же друг завелся. Тихий такой, московский, интеллигентный парень. Сын члена ЦК. Стали дружить. Ну, вот как-то все. Как же он не узнал тебя? Да я сам себя не узнаю. Раньше другой был. Я в то время был очень застенчив, стеснителен с девчонками. А Валерка нет. Ну и в общем, на мой день рождения Валерка притащил белокурую девушку. Выпили и посидели. Все было очень хорошо. Ну а потом мы с ней... В общем, у меня ничего не вышло. И тут она еще начала смеяться. Да рассказывал мне, рассказывал. Как ты ударил ее бутылкой по голове, а потом вы пьяный, повезли ее в больницу. Да. А по дороге нас повязали менты. Забродов, я клянусь тебе, я здесь абсолютно ни при чем. Это все моя мамаша, это она заставила отца, чтобы он меня отмазал. Но мне же пообещали, что отмажет еще и Валеру. И это он мне рассказывал, как твой отец отмазывал его. 15 лет. За убийство и изнасилование. Да? А он случайно не рассказывал тебе, как он первый раз заставил меня понюхать кокаин? Это была сахарная пудра. Он разыграл тебя. Черт. Подожди, как я... Я ж потом на целых 3 года подсел на кокаин. Никак не мог соскочить. Ну, ты тогда пьяный был, ничего не мог разобрать. Да нет, подожди, этого не может быть. Я... Смешно. Смешно. Веселый парень. Шутник, Валерка. Хорошо, что ему сейчас от меня нужно. Спроси сам. Нет. Забродов. Если я ему заплачу, он исчезнет из моей жизни? Наверное. Я тебя умоляю. Пожалуйста, в 6 часов сегодня будь в моем офисе. Мой бухгалтер даст тебе деньги. Хорошо, я сделал все, как ты хотел. Да. Спасибо. Забродов, ты мой единственный, ты мой настоящий друг. Уже нет. В 6 часов этот человек будет в моем офисе. Его не трогать. Он выведет вас на того, кого нужно. Все будет исполнено в лучшем виде. $75,000. Опять на каждый год получается. Ну, твое дело. Хочешь, бери, хочешь, нет. Да уж возьму, возьму, конечно, возьму. Пусть не боится, больше девочек кровавых он не увидит. Опять откупился. Может, тебя подвезти? Да спасибо, я на автобусе. Не твой? А мне без разницы. Ну, ладно. Давай. Да. Ты ему передай. Мне он, может, и заплатил. А реальная расплата еще придет, я думаю. Ты же мужик нормальный. Ну и держись от него подальше. Давай. Кличка парня Минотавр. Товар у него, он пропал неделю назад после перестрелки. Найдем. Сергей Михайлович, надо было сразу с нами работать. А то связались с дилетантами.
Да я еще сам дилетант. Да нет, это все жадность. Кстати, вы не забыли вернуть мне 75 тысяч? Не забыл. Здесь ровно 70, как мы и договаривались. Благодарю за аккуратность. Будь здоров. Тихо. Я не брал кокс. Я давно кокс не брал. Забудь ты про кокс. Забудь ты про этот кокс. Мамочка, не трогай. Сестренка, не трогай. Не трогай. Никто никого не тронет. Я тебе клянусь. Я тебе обещаю. Вот, посмотри. Сумка, здесь куча денег. Возьми, это все твое. Возьми, только уходи. Я тебя прошу. Все хорошо, парень. Тихо, парень. Все хорошо. Опусти пистолет. Я тебя прошу. Опусти. Вот, хорошо. Молодец. Вот и хорошо. Тихо. Ты бог? Смешно. Я бог. Ну вот и все. Кентавр убил Бога. Привет. Ларион, привет. А Егор во дворе? Да я видел его. А к тебе что, нельзя? Ой, да нет, можно, конечно. Проходи. Слушай, а вы не рано вернулись оттуда? Ну, сколько можно человека стеснять? Ань, я розетку починил, а вот с микроволновкой повозиться придется. Опа. Здорово. Здорово. А это Ларион... Ой, я дура совсем. Знакомить вас собралась. Чего стоишь? Проходи, обед почти готов. Ну, здесь пока я приглашаю. Ну, да. Да нет, спасибо. Я буквально на минуту зашел, может, что, помочь надо? Да нет, спасибо, все нормально. А я в отдел вернулся. Поздравляю. Приезжай завтра, посидим, поболтаем. Спасибо, я завтра не могу, но как-нибудь обязательно загляну. Ладно, я к Егору. Да, он тебя очень ждал. Держись. Пока. Позвони. Позвоню обязательно. А ты что, не остался, пап? Да, сын, спешу, дела. Ну, ты не обижайся на мать. Да ну что ты. Я, наоборот, рад за нее. Здравствуйте. Привет. Ну, как тут у вас? Успокоилась немножко? Все в ажуре. На днях мини спалился. Грохнул адвоката Хабарова. Слыхали? Да слыхал. Что им этот Хабаров сделал? Да, может, что-то и сделал. Ну что, может, ко мне махнем, а? Ты же у меня не был еще. Да не получается. У нас сегодня совет. Стало быть, кентавры все еще существуют? Еще как. Ну да, понимаю. Жалко терять такой коллектив, да? Ну что, звони, если что. А вообще я в тебя
Верь. Давай, будь здоров. Тросик замени. Заменю. Чё ты ему не сказал? Что? Что ребята хотят тебя вместо Мини ставить. Ты его уложил, имеешь право. Другие планы по жизни. Все правильно, сын. Все как надо. А еще мы сегодня сожжем кокс, который ты, между прочим, стырил. Ты с ума сошел? Ты знаешь, сколько он стоит? Знаешь, сколько его там? Вот поэтому и сожжем. Ну что сел? Тросик-то принеси. Убегает река, берега лихолетье, и в воде небеса переплавлены в сталь. Убегает туда, где прощается ветер и светит луна, луна как медаль. Я отдал эту жизнь, всю застрочку в газете, мол, геройски прожил, не жалел свою кровь, а я лишь ушел, ушел на рассвете туда, где встречает любовь. Растопчут рассвет, он останется тлеть. Какая досада, душевные боли. Мне надо туда, но боюсь не успеть. Когда я вернусь, где бы мы не встречались, и когда на груди качнется медаль, скажи мне, как жаль, что расстались, и в сердце моем утихнет печаль.
и белые, белые, белые кони подставят бока под алую плеть. Какая досада, душевные боли. Мне надо туда.